На мой взгляд, закон вообще не должен говорить о чувствах. По очень простой причине. Они не поддаются независимой проверке. Если вы говорите, что у вас украли рубль, то теоретически можно проследить и ваши доходы, и доходы вора, проследить и ваши действия, и действия вора, и убедиться в том, что действительно рубль из вашего кошелька перекочевал в его кошелек против вашей воли. Если же вы говорите, что кто-то оскорбил ваши чувства, нет способа независимо подтвердить или опровергнуть это утверждение. Оно остается всецело на вашей совести, на вашем усмотрении. И, соответственно, закон не может это утверждение проверить.